Хочу сказать по поводу судьбы человека. Я не против, чтобы человек менял свою судьбу. Только надо еще смотреть знаки, которые человека преследуют во время жизни. То есть надо быть просто наблюдательным. Иногда человек пытается выйти из какой-то сложной ситуации, думает, что если бы он родился не в этом месте, а в другом, что будет что-то лучше. Могу сказать, что судьба, карма человека дана для исправления его каких-то ошибок. И поэтому, если ему дана сложная судьба, или он должен проявлять терпение как свое предназначение, он должен этому следовать. Только когда делая свое дело наилучшим образом, потом судьба может сама изменить его место пребывания. Жизнь это сама все скорректирует. Но до этого он должен исправлять свои ошибки. Он может пытаться как искать лучшие места, но при этом он должен становиться лучше. Только при этих условиях эти лучшие места для него будут полезны. Иначе, идя в свои новые места, он найдет те же самые проблемы. Он прежде всего должен сам меняться, только тогда поменяется его судьба. Помнить нужно об этом, что судьба зависит от изменения самого человека, а не от места, в котором он пребывает. Человек делает это место.